Всем привет! Сегодня вам покажу тактику в игре камень-ножницы-бумага. Также не забывайте, что я разыгрываю 15 тысяч рублей среди подписчиков. Чтобы участвовать, вам нужно быть подписанным на этот канал. В новогоднюю ночь я выберу победителя. Также для новых пользователей есть промокод, который даст вам бонус до 128 тысяч рублей при регистрации. Промокод будет находиться в описании под видео, а ссылка на приложение в закрепленном комментарии. Так, тактика заключается в том, что по минимальной ставочке нам надо проиграть 3 раза на камне. Так, раз есть. Так, победа. Так, ничья. Так, проигрыш. Еще один нужен. Замечательно. Ставим 500 рублей с вами. Так, и снова ставим камень. Сделал ставку. Так, если выпадает камень на камень, ставите ножницы. Снова 500 рублей. Вот так вот. Проверяем тактику. Ставим снова 10 рублей на камень. Делать ставку. Так. 3 раза нужно проиграть. Раз есть. Так, победа. Так, 2. 3. Замечательно. Ставим ножницы. А, нет, камень же сначала, точно. Так, 500 рублей. Сделал ставку. Так, у нас ничья с вами. Ставим ножницы и удваиваем. А, как удваиваем, у нас ничья была. Также 500 рублей оставляем. Сделал ставку. Опять ничья. Ставим снова камень. Так, выигрыш у нас. Ну, давайте проверим еще раз. Проиграем на камне. Так, 3 раза. Раз. Так, победа. Победа снова. Нужен проигрыш. Так. Ну, давай. Ну ты что, ничья, 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 ничья. Так. Ага. Еще раз. Замечательно. Ставим с вами 500 рублей. Сделал ставку. Так. Окей. На ножницы. Сделал ставку. Пожалуйста. Вы убедились, что тактика действительно работает. Пользуйтесь. Спасибо за просмотр.